Приветствую вас, аноним. Вы знаете, если вы посмотрите, если вы увидите свой текст, вот, то в первую очередь он вызывает сочувствие и ощущение действительно боли. Вам действительно больно, больно, очень больно. Я думаю, что пока вам больно, вы не сможете двигаться дальше, не сможете двигаться вперед. Вы не сможете работать над собой. Вы не сможете, ну, грубо говоря, заниматься психотерапией, да, вот, которая вам, на мой взгляд, нужна, потому что, ну, то, как вы выстраиваете отношения, они, это, конечно, выдает определенные проблемы. Но сперва вам нужно вот всю вашу боль, которая у вас есть, вам нужно ее, как мне кажется, вам нужно ее всю выразить. Следующий момент. Мне сложилось впечатление, что мужчина, вот, знаете, как я скажу, у меня сложилось впечатление, что в отношениях с мужчиной вы как будто все время пытались подтвердить, что вы нужны, что вы важны, что вы ценны. Вот у меня такое ощущение возникло, понимаете? То есть у меня такое есть ощущение, что вообще-то говоря, вы сомневаетесь в своей ценности. Вообще-то говоря, вы можете быть счастливой только с кем-то, только когда вас любят. И никогда у вас появляется чувство к другому человеку. И здесь мне тут же мне хочется спросить, ну, если у вас такая нуждаемость, такая зависимость от партнера, то насколько интересна ваша жизнь и вам самой? Интересна ли она вам? Вы сказали, что вы работаете в школе во вторую смену. Насколько вам интересно это? Насколько вы ощущаете ценность своей жизни самой по себе, себя самой по себе? Как часто вы удивляетесь, вдохновляетесь, как часто вы проявляете любопытство. Мне думается, что для вас отношения возможны в какой-то степени тогда и только тогда, когда вы думаете, что человек, вот как вы говорите, он не избалован женским вниманием и будет меня любить. То есть вы боитесь, что вас не будут любить. И ну, вот эта позиция, да, что я в своей ценности сомневаюсь, и я-то себя обесцениваю, я-то ощущаю себя вообще-то ненужной
самой по себе несчастливой самой по себе, не полной самой по себе, не гармоничной самой по себе. И мне нужен кто-то. Кто-то, кто может мне это дать. А если вы чувствуете, что человек может вам это дать, если вам так кажется, вы с таким человеком в отношения вступаете. Мне кажется, что этим обусловлено то, что вы редко испытываете любовь, потому что вы любите только того, у вас появляется чувство только к тому, кто, по вашему мнению, может вам дать то, что нужно. Не то, что вы хотите дать другому человеку важно, а то, что вам могут дать. Если вам, по вашему мнению, дать могут, то у вас чувство возникает. Но это скорее привязанность. Вот у меня ощущение, да, что у вас привязанность. То есть вы говорите, мне вот важно, чтобы ты писал, потому что так я чувствую, что ты рядом. Но вот ощущение, да, привязанность после встречи, я скучаю еще больше. То есть это означает, что мне-то с тобой неинтересно. Мне-то самой по себе неинтересно. С тобой, да. А вы пишете, что вам 29 лет. И вот удивительное дело, я не в обиду вам это сейчас хочу сказать. Я хочу быть правильно понятым. Все, что я говорю, это вам на подумать. И даже если с чем-то вы не согласны, это абсолютно нормально. Но я призываю вас не торопиться отторгать то, что я говорю, а постараться обратить это внутрь себя и посмотреть, а не отвлекается ли что-то вам. Только честно, честно, честно. Удивительное дело, у меня не получается воспринимать вас как 29-летнюю девочку. У меня получается воспринимать вас как девушку совсем-совсем молоденькую, лет 19-18, а то и того младше. Вы не производите впечатление человека того возраста, о котором вы говорите. Вы стесняетесь интимные сферы, это очевидно. Вы не называете секс сексом, а говорите это. Вы робеете перед родителями, опасаетесь им не понравиться, что тоже говорит о стеснении, о неуверенности, о неком о том, что вы робеете, может быть, перед людьми старшего возраста, которые для вас важны. И в целом создается ощущение, вот ваше поведение, да, вот как вы его описываете, в целом это поведение человека не вашего возраста. Понимаете? Я не хочу сказать, что вы незрело. Я хочу сказать, что вы многого в себе не осознаете. А ведь у вас огромный потенциал, вы чувствительный человек, вы хорошо чувствуете себя и хорошо, вероятно, чувствуете других людей. Но вот пользоваться этим совершенно не умеете. Мне кажется, вы не умеете обращаться с болью, избегая ее и не проживая до конца. Ну и самое главное, конечно, это то, как вы ведете себя с мужчинами. Я не уверен, что это соответствует тому, как вы себя видите, и тому, как вы видите мужчину, другого мужчину. Когда вы говорите, что я не могу теперь доверять мужчинам, хотя только вчера мне вам написали, что с вами больше не хотят быть, у меня сложилось впечатление, что ваш молодой человек вам не особо нужен. Вам нужно быть просто с каким-нибудь мужчиной, чтобы получать то, что вам нужно. Отсутствие взаимодействия двух личностей в отношениях заметно невооруженным глазом. И страх быть брошенной тоже заметен невооруженным взглядом. Как заметно и то, что у вас заниженная самооценка, как заметно и то, что у вас тревожность, как заметно и то, что
проявление чего-то для другого человека имеет смысл только тогда, когда вам в ответ что-то дают. Вот вы говорите, зачем тогда ты начинал отношения? Понимаете, вам нужна определенность в отношениях, судя по тому, что вы пишете. Но мы не знаем, захотим ли мы завтра быть тем, с кем мы хотим быть сегодня. Мы не знаем, захотим ли мы завтра быть с другим так же, как мы хотим сегодня. Может быть, мы захотим быть по-другому. Малейшее отдаление вы воспринимаете как угрозу, и это нормально, потому что вы не доверяете себе. Вам важно увидеть в этом проблему. Точнее, даже не то, что проблему, сколько дисгармонию. И вам важно увидеть свою дисгармонию, собственно. Понимаете? Вам важно заметить внутреннюю борьбу внутри вас, которая происходит. И важно увидеть, что в этой борьбе мужчина – это просто аргумент. Это просто средство. Вы пишете, что я давно не влюблялась, я редко влюбляюсь. И я влюбилась, я счастлива. Вы не замечаете, но здесь нет такого, что «О, я люблю». Там, я не знаю, как зовут вашего молодого человека, ну пусть будет Виталий, например. О, я люблю Виталия теперь. Я люблю Виталика. Виталик – это мой любимый человек. Такого нет. Вы пишете, редко влюбляюсь, теперь я влюбилась, и я счастлива. То есть вы не замечаете, как в этом здесь вы говорите о себе, но только в контексте другого человека. Знаете? Какая штука. То есть я наполняю счастьем, потому что у меня появилось чувство любви, как я думаю, любви, на самом деле, это привязанность. Вот. Противлюсь любому отстранению от себя человека. В данном случае малейшее отклонение, отдаление от вас, вашего молодого человека, вы воспринимаете как, ну, как угрозу. Понимаете, какая штука? Ну, как бы, и вот вы пишете, что я привыкла, что было много внимания мужчин, а вот что так вот, то есть видите, опять идет сравнение. То есть мужчина здесь, это не личность. Мужчина – это мужчина. То есть вы себя видите как женщина, которая должна найти своего мужчину. Но люди не пазлы, которым нужно состыковаться определенным образом, чтобы образовать рисунок. Люди не пазлы. Люди – это гибкие, динамичные, целостные системы, которые взаимодействуют друг с другом. И которые могут взаимодействовать по-разному, как угодно, если они этого хотят. Знаете? Но когда система взаимодействует с другой системой, пытается подчинить себя, получается, что другая система, она не нужна. Вот и парень ваш, он говорит, ты на меня строишь огромные планы, может быть, это не так. Но вы говорите, нет, вы не говорите ему, нет, я не строю на тебя планы, ты что? Вы говорите, я готова ждать. Ты снова вы накладываете на человека ответственность, но это ладно. Здесь есть тонкость. Важно другое, что парень вам, по сути, транслирует идею о том, что как личности его нет в контакте с вами. Как личности нет в контакте с вами. У вас двоих общего-то, по сути, ничего и нет. Ну, судя по тексту, по крайней мере, кроме компании. Вот. Понимаете? Такой вот история. Повторюсь. То, что вам нужно сейчас, это больше про проживание боли. Сейчас.
Это просто проболит. С психологом, либо с близким человеком проболит. Когда проболеете, почувствуете немножко снижение эмоционального тонуса, снижение болевых болей, вы сможете увидеть, что это за боль. То есть боль от чего? Какую часть себя вы отторгаете. По большому счету, боль это отвержение части себя, потому что в моем представлении меня самого, этого, того, что я отвергаю, быть не должно, и поэтому, когда оно появляется, мне больно. Такая примерно последовательность. Вы просите помочь, я могу предложить вам психотерапию, но это процесс не одного раза. То есть не нужно ждать, что за один раз у вас наступит изменение. Я полагаю, что при том, что вы чувствительный раненый человек, вы в определенной степени целеустремленный, вы в определенной степени упрямый, а значит у вас есть определенная модель поведения, от которой вам будет тяжело отказаться. То есть какие-то, условно говоря, интервенции специалисты будут вызывать у вас защитные реакции, будут вызывать у вас сопротивление. Это нормально, важно, чтобы вы отдавали себе отчет в том, что сопротивление это возникает именно в ответ на, именно как результат вашего страха. Вот, поэтому, если вы готовы к работе над собой, то добро пожаловать. По-другому все, что обычно говорят в таких случаях, что это парень, что он тебя не оценил и так далее. Это просто софистика, не более того. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что что-то новое для себя вы почерпнете из моего ответа. Желаю вам всего самого доброго и удачи.